Всем привет-привет, с вами Смайли, и это сделанный на скорую руку на телефоне ролик про новое обновление в Sonic Speed Simulator. В обнове добавили табличку Login Shrieks, которая почему-то у меня была пустой и вообще через пару секунд исчезла. Добавили второй сезон Fast Pass, в котором нужно собирать золотые билеты. В бесплатной версии пасса можно открыть два новых скина – Adventure Tails и Adventure Rouge. Ну и в платной версии можно получить Адвенчер Соника, Рыбака Бига и Адвенчер Наклза. Пятая волна золотых яиц все еще идет. Добавили события с новым скином – бронированный Метал Соник. В событии нужно собрать 12 тысяч мистических орбов в Metal Madness Hard Race, в котором имеются шипы и немного изменены рельсы. Также событие Sonic X Shadow Generation закончилось. В Radical Highway добавили 25-е красное кольцо и спрятали на самом высоком здании портал в версию локации из ивента про Shadow Generations. Также добавили задание Adventures, пройдя которые можно открыть старого обычного Омегу. И еще зачем-то поменяли местами миры Pumpkin Hill и Radical Highway. Я бы мог намного больше рассказать про обновление, но я даже не дома нахожусь, так что надеюсь на ваше понимание. Спасибо всем за просмотр, не прощаемся.